человека Эльмиры Багаутиновой. Это прекрасная премия. Человек, я дала ему женщину. И ее уникальность в том, что ее вылупка сделана пуантом. То есть она вот как будто бы вытанцовывает, да? Обычно художники пользуются там маслом, кистью, вот так они сидят, рисуют. А вот Эльмира, она вот делает вот так. И это потому, что она по большей части балерина. Но балерина не просто так. Она учит со мной их акции, помогает детям развиваться. Она защищает природу, развивает искусство. И многие ее работы, они посвящены темам тем балетов, в которых она участвовала. А ее знакомство с композиторами, художниками, вот эти стойки подарили. То есть вот эти все линии, это линии движения вот этого мира, танца, сияние света. Очень часто используется в работах золотой акрил. Золотой — это не ради роскоши шика, а золотой — это тоже символ, это символ солнца, сияния, вечности. Да, вот жар птица балет, балет «Лебединое озеро», тут неоднократно к нему обращается. Вот тема «Путеводная звезда», светящийся тоже акрил. Тема «Ракет», то есть тема птица, она продолжается в балете. Вот такой момент, еще очень много фиолетового цвета, космического, это верхняя чакра с фиолетовым цветом. А семицветная радуга, символ полноты бытия, тоже посвященная музыке. А, и вот тут надводный стан у нас будет, и два лебедя, белый и черный, да, это отделие. А Эльмира рассказала, что это связано расположение работ с тем, как выходят балерины в балете. А героини, которая отрицательная пара, они входят в страны, таким образом мы видим, что вот здесь у нас отрицательные герои, а здесь положительные, чтобы было понятно. Ну и лебеди, да, белые, черные, символы женственности, красоты, классического изящества. Ну и белый, да, вот белый лебедь такой, о чем он такой, такой таоский. Очень интересно, такой серебряный, это фанера акрил, мне кажется, какой-то материал все-таки должен быть. Круглые работы в форме тонда, такие, да, вот смысл тоже мироздания круглые. Гороскоп. Ну, я на гороскопе не закончу, пусть во всем будет, а что-то в программе, да, вот забыла, в которой участвовала в спектаклях, балерина. В общем, будем все счастливыми танцами.